данный момент в Ахтубинском районе зарегистрировано по всем категориям наркологических больных 512 человек. Из них 273 с диагнозом синдром зависимости от какого-либо вещества и 239 человек с диагнозами пагубного употребления. Больше всего алкоголь. Наркотические вещества, ну, не такое значительное количество. Хотя тоже немало. В прошлом году всего на конец года состояло всех категорий 569 человек, поэтому в данном случае мы можем говорить о снижении.